То есть Мертвое море солёное абсолютно. И со спутника фотографируют вершины зданий, которые на дне находятся этого моря, понимаете? Которые утонули вместе с содомитами, с извращенцами. За это Бог очень жестоко наказывает. Это просто так, не оставляется никогда, запомните. А он начал говорить, да, это ничего особенного, иметь плюрализм. Какой плюрализм? С кем? С дьяволом плюрализм надо иметь? Что это такое вообще? Это совершенно никуда не годится. Это не может быть в своем человеческом роде. И мы не можем быть толерантными, если такое слово толерантность. Что такое толерантность? Медицинский термин, который о том говорит, что организм не борется с бактериями. Да, они его бьют, разрушают, он умирает, и он толерантен к бактериям, то он с ними не борется. Как хорошо не бороться с мерзостью, которая нас разрушает. Правда? Надо быть толерантными, соответствовать уровню разлагающегося, умирающего организма, который уже не борется с инфекцией. Правда ведь это правильно, да? Надо же ведь так жить-то, конечно. Нас пройти в некоторых уродов, понимаете, в чем дело? Ничтожных существ, которые Богу противны. Надо быть толерантными для этого. Да, конечно. Свинья абсолютно толерантна. Да. Она жрет любые помои, которые в корыт положат. Правда. И помои, и что угодно. И положит, она прям с удовольствием ест. Много. Становится толстой свиньей. Для этого, собственно, и растят. На забой.